развивается, все по факту. Также в этом куске лежит блокчейн собственности. Это, собственно, второй наш проект развития, гибкое владение собственностью, когда это прозрачная база, значит, позволяет в течение минут, мгновений, секунд или часов перераспределять, управлять, видеть все, кто, кому что принадлежит, инструменты, средства производства и, значит, инфраструктуры. Град Небесный, как известно, управляет мыслями и сознаниями. Там у нас лежит две вещи. Моя любимая вторая психоделическая революция, конечно же, и потеря государственной монополии на результаты образования и картины мира как следствие. Собственно, вот такой образ города и образ жителя, который живет в этом городе. Спасибо. Спасибо. Так, коллеги, кто готов?